Добрый день, дорогие друзья! Сегодня тема видео очень интересна, вы любите такие темы. Покажу и расскажу вам, что я делаю для того, чтобы избежать таких неприятностей, как поплывший овал лица, как появление брыли второго подбородка, ну, в общем, нижняя треть лица. Работа несложная, работа с мышцей, причем с одной. Ну, я вам миллион раз говорила, что ни один крем, ни одна масочка, даже пусть это будет супер-пупер какая-то навороченная и дорогая, она не спасет ситуацию, если она, тем более, у вас есть уже на лице. Здесь надо работать с мышцами. Работа несложная, по времени не затратная, но тем не менее она должна быть, девочки, на регулярной основе. И тогда вы очень быстро, поверьте мне, увидите результат. Ну, в общем, покажу, с какой мышцей работаю, для чего и как. Оставайтесь. И речь, девочки, сегодня пойдет о жевательной мышце у нас на лице. Да. Это самая мощная мышца у нас на лице. И смотрите, она единственная, которая крепится обоими своими концами костей и как никак другая влияет на внешний вид нашего лица. С возрастом эта мышца зажимается и укорачивается. Но вы знаете, происходит это в основном из-за стресса, когда мы находимся в состоянии гнева, в состоянии обиды. Ведь наверняка вы замечали часто за собой, когда у вас сжаты зубы, а у многих людей это вообще постоянно, они даже спят в таком состоянии напряжения. Отсюда мышца, конечно, находится в диком спазме, и ничего хорошего не происходит. Я уж не говорю про красоту, это даже отрицательно влияет на здоровье, стачивается эмаль зубов и вплоть до головных болей, понимаете, может произойти. Но мы сегодня говорим в контексте нашей внешности, поэтому каким образом она влияет. Понимаете, нижняя челюсть разворачивается, и угол уезжает вверх к уху, а подбородок уходит вовнутрь. Понимаете, из-за сдвига мы получаем недостаток костного объема в средней и нижней третях лица. И лицо выглядит осунувшись и теряет каркас. Также лишним тканям некуда деться, резерва на сокращение уже нет, так как зажим ухудшает кровообращение, а соответственно и питание тканей. Тургор кожи ухудшается, ткани провисают, и вуаля, формируются брыли и второй подбородок. Видите, все как просто. Значит, смотрите, проверить, есть ли у вас спазм и зажатость этой мышцы, очень просто. Берете вот так три пальчика, складываете их вот таким образом. Пальчики должны быть чистые, надеюсь, не надо напоминать. Открываете рот как можно шире, ну, как можете. И пытаетесь вот таким образом вот эти пальчики туда засунуть. Вот у меня три пальца не помещается, у меня два, но два уже свободно, потому что два у меня раньше со скрипом. У меня вообще очень плохо открывался рот всю жизнь, у меня, видимо, этот спазм, он у меня, наверное, с детства. И ни один врач, ни один стоматолог, они только меня ругали, что я не могу широко рот открыть, но хоть бы один подсказал, что с этим можно и нужно работать. Я так жалею, что я узнала обо всем этом сравнительно недавно. И я вижу уже результаты, понимаете, как здорово. Я уже понимаю, что у меня рот открывается свободнее, понимаете, что у меня даже по ощущениям, вот так если языком, у меня даже щеки стали мягче, вы понимаете? То есть я вижу результат от работы с этой мышцей. Но работать надо, девочки, естественно, в комплексе. Прежде всего, конечно, это свое психическое здоровье поддерживать, уметь расслаблять тело, ум, понимаете? Поменьше стрессов, поменьше злобы, поменьше агрессии. Если не справляетесь сами, значит, подключайте, там, не знаю, специалистов, занимайтесь медитацией, принимайте какие-то успокоительные травки, но без этого никак. Далее. Обязательно делать упражнения, которые я вам сейчас тоже покажу. И, девочки, третий, самый важный момент. Надо работать в комплексе со всем остальным телом и с другой группой мышц. Потому что, объясняю, жевательная мышца, она отвечает некоторым образом за равновесие нашей головы. И в том случае, если у нас зажато все там, пережато, то, соответственно, и мышца жевательная, она будет спазмирована в разных степенях, по-разному. Будет нарушаться равновесие. Поэтому, как бы мы ни работали, если только с одной этой мышцей, то, собственно, результат нас не особо сильно порадует. Здесь надо уже работать, так сказать, и с мышцами спины, следить за осанкой, заниматься физическими упражнениями. Сейчас для этого представлены все возможности. Не надо тратить деньги даже на дорогу, на какую-то специальную одежду, на абонементы, потому что очень много достойнейших онлайн-площадок для занятий, где можно дома, в свободное время, никто на тебя не смотрит, понимаете? Занимайся на здоровье. Лично я занимаюсь на площадке FitStars, и я очень довольна. На этой площадке представлено более чем 1500 разных тренировок по 120 программам. Это и похудение, растяжка, и йога, и зумба, и пилатес на любой вкус. В тренировках на FitStars очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений. То есть я лично не испытываю никаких трудностей, но
при этом, если, допустим, даже что-то не получается, я всегда могу вернуться на какой-то урок и пройти его заново. Это очень удобно. Также, девочки, на платформе на это есть раздел «Питание с рецептами и расчетом калорий». Ведь правильное питание подобрано – это тоже очень важный момент. Ведь голову иногда ломаешь, что приготовить, из чего приготовить. Здесь, пожалуйста, все готово. Причем доступные продукты, девочки, доступные продукты, доступные рецепты. Также в подписке, если оформите, есть обучающие курсы на тему здоровья, ухода за собой. То есть, опять же, под любой запрос: здоровая стопа, тазовое дно, курс по дыханию, пожалуйста. И даже для детишек есть тренировки в игровой форме, это отлично. Я лично оформила безлимитную подписку и вам советую. Кстати, по моему промокоду вам, девочки, будет скидка 70%. И безлимит обойдется всего за 6990 рублей. От августа здесь у них новые плюшки подготовлены. У них есть акция «Продли лето с FitStars». Подарки гарантированы. За 10 тренировок гайд «Рацион питания на неделю», бесплатная диагностическая сессия. За 15 тренировок бесплатный доступ к топовым мини-курсом нетологии. За 20 тренировок сертификат на бесплатную термокружку или продолжение тренировок, чтобы выполнить 25 и получить сертификат на умные весы. И за 25 тренировок умные весы и возможность выиграть одну из трех путевок в Турцию на двоих на 7 ночей. Все, у кого есть уже подписка, также участвуют в розыгрыше трех путевок в Турцию. Имейте это в виду. Так, ну и теперь сами упражнения, которые я делаю для того, чтобы снять спазм вот с этой жевательной мышцы. Первое, самое такое, скажем, несложное. Открываете рот, подпираете вот так вот кулачком нижнюю челюсть, приоткрывая рот, и на сопротивление, то есть кулаком вы подпираете, как бы закрываете нижнюю челюсть, а нижней челюсти стараетесь приоткрыть, пытаетесь опустить ее. То есть идет на сопротивление с вашей рукой. И вот в таком положении надо попробовать побыть хотя бы секунд 10. Чувствуете, как вот здесь все напрягается под челюстью и вот, собственно, сами вот эти мышцы жевательные. И вот таких подходов надо сделать, ну, хотя бы 5 раз. Вы поняли? Кулачок, сопротивление, поехали. Следующее упражнение. Следующим упражнением мы должны максимально возможно выдвинуть вперед нижнюю челюсть, девочки. Выглядит не совсем эстетично, но тем не менее тоже очень хорошо работает. И выдвигаем челюсть и тоже задерживаемся в таком положении на 10 секунд. Рот приоткрыт. При выполнении этого упражнения точно так же вы почувствуете напряжение вот всех мышц, которые вот находятся здесь, и желательно, конечно, прежде всего. Тоже таких же 5 подходов, вперед челюсть, 10 секунд и держим. Так, ну и третье, что касается упражнений. Немножко усложняем второе, то есть выдвигаем челюсть и медленно пытаемся вводить ее из стороны в сторону, то есть двигаем. Хочу сразу сказать, что, как правило, у нас все равно спазмировано неравномерно, с какой-то стороны будет больше ощущений болевых, с какой-то меньше, куда-то легче будет вам сдвинуть челюсть, куда-то сложнее, вот, но надо стараться. Со временем это все потом разработается и уже будет одинаково. Да, и еще хочу сказать главное, что когда вы будете вот эти все упражнения делать, обязательно, девочки, следите за своей осанкой. Не вот в таком положении делайте, а чтобы спина была там, вот, чтобы все было пряменько. Значит, выдвигаем челюсть и медленно пытаемся водить ее из стороны в сторону. И тоже вот так 10 раз.
При выполнении этого упражнения может такой легкий быть хруст. Не переживайте, это нормально, тоже со временем пройдет. Так, ну и теперь массаж. Очень легкий массаж. Воздействуем вот именно на эту зону. Я его делаю дважды в день, обязательно утром и вечером. Смотрите, можно проводить на крем, можно проводить на сыворотку. Лично я всегда ограничиваюсь тем, что я вот наношу обычный свой уход на лицо. И просто активно так смазываю руки кремом. И потом просто вот этими руками, и, собственно, не только руками, работаю. Ну, опять же, сейчас не пугайтесь здесь, ничего сложного. Что делаю руками? Вот у нас здесь такой треугольник нашей молодости, красоты. Сюда ставим пальчики, фиксируем. А вот здесь костяшки второго и третьего пальца. Вот прямо около ушей. Вот здесь вот они у нас помещаются. Вот под скуловой. И вот такими разминающими движениями начинаем проходить сверху вниз. Как бы разминаем эту мышцу. Вы знаете, будет больно, если у вас она спазмирована. Но опять же говорю, что с одной стороны может быть более болезненно, с другой менее болезненно. Тоже пугаться не надо. Ну, опять же, не надо там, да, разрыв аорты, прям все это делать, чтобы слезы из глаз. Ну, старайтесь так аккуратненько, берегите себя. Но чтобы это было ощутимо. Значит, вот так фиксируем костяшки. И поехали разминать. Рот приоткрыт чуть-чуть. Губы, зубы не должны быть сомкнуты. То есть не надо открывать так прямо рот, но чтобы зубы не сомкнуты были. Вот так. Достаточно пройти, ну, хотя бы раз пять. Раз пять уже хорошо. Так, ну и после того, как я прошлась пальчиками, я обязательно, девочки, использую еще вот этот мой любимый массажер. Я о нем снимала отдельное видео. Стоит недорого. Покупаю на Валборис. Девочки, рекомендую. Всем он должен быть у каждой. Потому что им очень удобно работать. Я прокатываю им межбровку и прокатываю вот эту мышцу. Ну, то есть вы уже поняли. Я беру массажер и 30 раз я прокатывающими движениями прохожусь вот по этой мышце. Прямо вот здесь, рядом с ушком. 30 раз в одну сторону, 30 раз в другую, с одной стороны и с другой стороны. И на глазах эта мышца расслабляется. Зубы не должны быть сомкнуты, они должны быть в свободном, да, полете. Кожа может покраснеть, пугаться тоже не надо. Потом просто пройдетесь такими массажными движениями, и все, и будет все здорово. Так что рекомендую, вот присмотритесь. Если у вас будет такой массажер, я говорю, и пальцы будут не нужны. Достаточно только им проходить, опять же, по своему любому уходовому продукту. Все, потом легкий массажик и заканчивайте. Показала. Смотрите, еще раз хочу напомнить, конечно же, девочки, надо в комплексе подходить. То есть работать с этой мышцей однозначно надо, но при этом надо не забывать еще о физической активности и о состоянии мышц всего своего организма, всего своего тела. Ну и плюс ко всему, девочки, ну, поменьше агрессии, поменьше злобы, поменьше поводов для того, чтобы стискивать зубы. Вот хочу вам пожелать я. Так что как-то контролируйте свой вот этот процесс у себя, и будет счастье вам. Так что, надеюсь, видео для вас было информативно. Спасибо, что посмотрели. Всем красоты, всем, конечно же, здоровья. Прощаюсь, но ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.